8 утра у подножия Чатардага развиваются голубые полотна с тамгой. Активисты перед стартом читают дуа, молитву и отправляются в путь. Дорога к вершине лежит через 3 основных участка. Они разделены между собой 2 небольшими привалами. В первую очередь нужно преодолеть лес. Забраться по скользкой листве, хватаясь за деревья, усложняли путь большие лужи. При этом покоряют извилистые тропы Чатардага не только молодежь, но и дети, и представители старшего поколения. Мне нормально, мы приучены. Ага. Сколько вам лет? 66 будет. По пути группе встречаются туристы. Хорошей дорожки вам! Спустя час открываются виды на Алушту и Черное море. Лесные тропы сменяются крутыми каменистыми склонами. Колонна растягивается на сотни метров. Встречают путников лошади, которые пасутся на склонах горы. Второй 10-минутный привал уже позади, и полпути тоже. Сейчас предстоит подъем на самый сложный участок. Здесь исключительно каменистая местность. Ветер усиливается, но это не мешает людям с каждым шагом взбираться выше. Всевышний помогает. Раз взял намерение, идешь. Чатардаг – южный горный массив. Его высота более 1500 метров. Восхождение на гору – многолетняя традиция. Крымские татары так отдают дань памяти погибшим во время депортации 1944 года. По пути на чужбину в вагонах в местах ссылки погибли тысячи человек. Им не суждено было увидеть пейзажи родного Крыма. Сегодня их потомки совершают такую акцию под негласным девизом «Не забудь, не дай забыть». Исключительно я здесь нахожусь из-за того, что мой дедушка, Сейн Асанов, тоже был депортирован. И я считаю, что это обязанность любого из нас, любого из крымских татар. Восхождение продлилось несколько часов. У людей есть время на отдых. Кто-то в это время любуется природой, другие принесли на вершину гитару и поют песни на родном языке. Пришло время дневного молебна. Муэдин поет азан, призыв к молитве, стоя на самой высокой точке горы. Верующие совершают намаз на вершине, после традиционная дуа в память о жертвах депортации. Эльмаз Аблакимова, Алим Сейдалиев и Максим Голубев, телеканал «Миллет».